Процягваем выпуск. Про соперництва до сяброўства. Сегодня у Гомеле открылся международный чемпионат для людей с обмежаванными махчимостями. Помеж собой споборничают команды двух клубов. Разом мы можем с нашего региона и Фридом с Житомирской области Украины. У программы чемпионату 4 виды спорту. Боча, настольный теннис, шахматы и армрестлинг. У составе каждой из команд только самые мощные спортсмены. Отбор проводился на областных споборництвах. Чемпионат – один из этапов совместной программы Беларуси и Украины по супрацовництве организации особ с инвалидностью, які финансуется Европейским Союзом. Основная цель, идея – это в первую очередь это популяризация рекреационных видов спорта, это привлечение людей с инвалидностью к оздоровлению, к здоровому способу жизни и реабилитация. Проект уже реализуется в течение года этого. Много чего уже из него реализовано, сделано. Я думаю, что к концу месяца наши друзья будут встречать нас в Житомире. Мы там тоже будем проводить такие же соревнования. То есть все мероприятия, они нацелены на того, чтобы укрепить международные отношения среди людей с инвалидностью.